Международный проект «Тенары семи» представить у четверг 18 кастрычника областная филармония. Артисты из разных краин прибыли в Гомель и приступили до репетиций. Мария, гратия, сопровождении эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрия Василевского выступить знакомитый оперный спевак, израильский тенор Евген Шаповалов. Еще один солист программы – золотый голос оперной сцены Украины Владислав Гарай. Специальный гость вечера – российский спевак и композитор Виктор Чайка. Программа складена с творов разных жанров. Например, у ее включены оперные арии, русские романсы и эстрадные хиты. Многие из номеров будут выконываться дуэтами и трио. Концерт отбудется у четверг на сцене Палаца культуры чыгуначников.